Представьтесь. Я Виталий, я приехал из Буденновска, Ставропольского края, занимаюсь фотографией 2 года. Приехал взять мастер-класс у Марка. Хорошо. Какие были ожидания от мастер-класса? Ожидания? Ну, скорее всего, ожидал как бы получить навык общения с людьми больше, как бы способы манипуляции фотооборудования в студии, то есть передвижение, как им пользоваться, что за что отвечает и как вообще происходит, как нужно делать правильно, чтобы было. Я правильно понял? Улучшить навык общения с моделью, да, и манипуляция с оборудованием. Да, чтобы улучшить навык общения с моделью и манипуляция оборудованием в студии. Отлично. Что тебе на мастер-классе понравилось больше всего? Больше всего мне понравился сам процесс обучения. Он был не скучным, он был динамичным, никогда не застаивались. Я не проделал вот именно вот хорошие, насыщенные эти 2 дня. Я их именно провел с толком, получил то, что я, в принципе, ожидал. Хорошо. Отлично. Вот из всей информации, которую тебе Марк рассказывал, какая была наиболее полезная для тебя, актуальная? Для меня была полезная информация именно то, как мне говорили, как я себя веду, что я делаю правильно, что я делаю неправильно. То есть я получил те знания, которые мне помогут со временем изменить себя, чтобы делать, чтобы получать очень хорошие снимки. Здорово. Что запомнилось больше всего? Какие-то, может быть, моменты, ситуации, которые тебя вот прям... Ты сейчас не можешь вспомнить сходу. Которое хочется бы... запомнить. Что-то врезалось такое в мозг. В то, что я не идеален, то, что я много чего не умею, мне есть к чему стремиться. Мне нужно именно дальше с собой работать, чтобы быть лучше и лучше. А еще? Еще? Да. Работа с моделями. Именно вот с более высоким уровнем моделей, которые, допустим, работал я раньше, или, допустим, которые уже знают, как себя вести. Просто пообщался с моделями, которые действительно очень интересно. Отлично. То есть, я правильно понимаю, тебе понравилось больше с моделями, которые с опытом работают? Да. Да. Окей. На сколько процентов, примерно, вы выполнили свои ожидания относительно вот цели, с которой ты приехал на мастер-класс? Понравился ли тебе стиль преподавания? Ты уже немножко сказал. Чем именно? Я, допустим, то, что человек преподносил материал так, что это было интересно, это не было скучно. То есть это рассказывалось хорошо, грамотно, как сказать, от души это было представлено так, что это не гонило в сон, а наоборот больше увлекало. Отлично. Что бы ты хотел от себя добавить, может, пожелания какие-то? Пожелания? Успехов, развития. Что еще? Успехов и развития. Да.